В сентябре Совет Федерации покинет представитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, известный российский исследователь, ученый-океанолог, полярник Артур Челингаров. Сенатор переходит на постоянную работу в компанию «Роснефть». Решение о том, что Артур Челингаров войдет в Совет директоров «Роснефти», было принято на собрании акционеров еще в середине лета. Он должен занять место экс-главы Морган Стэнли, американца Джона Мака, который, как говорят в «Роснефти», ушел с этой должности по личным причинам. Стоит напомнить, что ученый не раз бывал в северных экспедициях, в том числе стартовавших из Мурманска. Нефтедобывающий гигант, где планирует работать Артур Николаевич, несколько дней назад впервые в истории совершил пробные бурения на шельфе в Карском море. Это самая северная скважина в России. Серьезные намерения по освоению углеводородов в Арктике подтверждаются и тем фактом, что нефтяники ведут процедуру приобретения 82-го судоремонтного завода в Росликово, который должен стать технической базой для большинства проектов компании.